Елене Анатольевне диагноз ревматоидный артрит поставили 17 лет назад. Рассказывает, за эти годы успела попробовать все. Лекарства, народные средства, биологически активные добавки, нетрадиционные методы лечения. Что бы я ни делала, как бы и чем бы ни лечилась, болезнь все равно прогрессировала. Вот с годами превратилась в инвалида с деформирующими суставами. Колени совсем перестали работать. Я и не надеялась, что смогу как-то улучшить свое состояние. Записалась в очередь на протезирование. В поликлинике предложили курс магнитотерапии аппаратом Алмак-01. Алмак-01 воздействует импульсным магнитным полем на сустав и прилегающие к нему мышцы и связки. Процедура улучшает кровообращение в области пораженного сустава, способствует рассасыванию отеков, активизирует механизмы восстановления хрящевой ткани сустава. Магнитотерапия «Алмагом» – достаточно эффективный метод лечения суставов, облегчает боль. Я общаюсь с людьми, они пользуются «Алмагом». Кто на суставы, кто на позвоночник. Они довольны. Процедуры магнитотерапии можно проходить и дома. Так, аппарат «Алмаг» от компании «Еламед» можно купить в аптеках и других специализированных магазинах нашего города. Там же можно получить квалифицированную консультацию. Или звоните по бесплатному номеру 8 800 200 01 13. «Еламед» на связи круглосуточно.